Добрый день, дорогие мои друзья! Коль уж пошла такая история, что я стала показывать вам свои одежды, хочу показать еще один. Сегодня утром было немножко прохладно, днем обещают жаркое-жаркое лето. И поэтому на этот случай, вот уже много лет, я ношу вот такой вот комплект. Смотрите, это так называемое летнее пальто, которое я ношу вместо всяких кофточек и курточек. Тогда, когда, допустим, нам прохладно немножко. Выглядит вот так. Простой халатик. Совершенно простой халатик. Какова история происхождения вот этой вот вещи? Сшит он из немножечейся ткани. Сегодня она называется неопреном. Но он такой тоненький, достаточно приятный неопрен. И когда мы были с девочками в магазине, я увидела вот такую вот ткань. Поняла, что она мне подходит. И, конечно, ее приобрела. Но когда раскроила себе вот такой вот пыльник, его еще называю летнее пальто, оно шьется совершенно без подкладки. Да, у меня остался кусочек ткани. Я смотрю, там получается еще и маленькое платье. Посмотрите, здесь рисуночек смотрит правильно, на платье рисуночек смотрит неправильно. Ну что, своя рука владыка, как говорится, да? Я сделала вот такое вот платьице спереди, у меня хватало, а на спинку у меня не хватало. И поэтому спинка у меня получилась совсем неправильная. Вот с такой вот надставочкой, с такой кокеточкой, ну и родился вот такой вот уголочек. И вот этот комплект, он у меня оказался настолько любимый, настолько он мне нравится. Посмотрите, это тоже базовая конструкция, выточка из бокового шва. Здесь нет никаких выточек, потому что я была полненькая, да и сейчас не худенькая. Не хочу, чтобы у меня обтягивался животик. Чуть-чуть приталила в боковых швах. Чуть-чуть, буквально немножко раскрешила. Но так как у меня не хватало перегибистая спинка, сзади у меня все равно средний шов и вот эти две талиевые выточки. Ну и, собственно говоря, вы видите, как оформлена у меня спинка. Это отчасти получилось, потому что я не имела возможности сделать что-то другое. Но треугольный вырез сзади, вы уже успели заметить, что я его люблю и очень часто повторяю. Вот таким вот образом у меня неожиданно для меня родился комплект, но показать я вам решила его потому, что комплект этот он очень любимый. И если вы будете поступать аналогичным образом, вы будете выглядеть необычно, эффектно, хорошо. Я очень люблю вот такие вот летние пальто, пыльники, раньше их называли, да, пальто без подкладочки, которое можно утром накинуть из немножечейся ткани, и от того, что нет рукавчиков, оно дышит, и все получается хорошо. Такие вот у меня кармашки, не очень длинный рукав, и очень-очень удобно вместо кофточек и курточек носить его по утрам и по вечерам. Вот такая вот идея. И вы будете всегда необычны, не будете так, как все, и создается вот этот самый вытянутый прямоугольник. А если вы одеваете какие-то кофточки, то вы, соответственно, делите себя пополам, увеличиваете в объемах и получаетесь два квадратика, что нам, собственно говоря, нежелательно. Вот и все, что хотелось мне сегодня вам показать. Всем всего доброго, до новых встреч, всегда ваша Галина Коломейко.